Вася, а ты же скажи, а, Вася? А-а. А ты когда-нибудь летала на Мальдивские острова? А? Вот, ты знаешь, это упущение, конечно, в моей биографии. Где угодно была, именно на Мальдивах нет. Дорого там и скучно. А ты? Я тоже не был, потому что я люблю, знаешь, отдых. Сел в самолет, 2 часа полетел и уже в Египте. Сел в самолет, 2,5 часа пролетел уже в Турции. А туда сколько лететь? 9 часов. Есть такое дело, да. Но с другой стороны, ты все время жалуешься на то, что у тебя любви нет. А вот певица Ирина Дубцова взяла, поехала на Мальдивы клип снимать и встретила там свою любовь. С украинской фамилией, кстати. Смотрите подробности в следующем сюжете. Ірина Дубцова утратила голову. Ну, хто б міг подумати, що співачка, яка завжди уникала коментувати особисте, раптом продемонструє свої почуття на увесь світ. Та ще й еротично. Ці обійми з поцілунками на тлі мальдівських краєвидів миттєво облетіли мережу і викликали шквал емоцій серед прихильників зірки. Адже подейкують, це не просто новий кліп на пісню «Вспомінать», а нібито справжні кадри з її особистого життя. Знаю, как ты, я не буду молчать, а нас прощаться и изменять имена. Я не знаю, как ты, а я буду кричать, а нас прощать и вспоминать, вспоминать. Ну тут не столько дерзость, сколько женская. Ира так очень на нее снисходит это вот вдохновение, и она под впечатлениями пишет свои песни. Мы когда любим, мы находимся внутри человека, которого мы любим. И, в общем-то, для нас, с одной стороны, это тюрьма, а с другой стороны, мы туда стремимся сами. Більше того, герой Іриного роману та її коханиці з кліпу, як зізнався режисер цього чуттєвого творіння, одна й та сама особа. Пара совсем недавно перестала скрывать свой роман. И благодаря этому ролик получился очень легким и летним. А съемки прошли на одном дыхании. Обранцем 32-річної співачки став 29-річний російський діджей Леонід Руденко. І як не дивно, попри свою причетність до шоу-бізу, у скандальних амурних походеньках він досі помічений не був. Хто зна, може цим і причарував білявку, яка, шукаючи принца, вже не раз обпікалася. Тут і розлучення з солістом гурту «Плазма» Романом Черницыним, і розставання з бізнес-стоматологом Тиграном. На протяжении жизни, как правило, неоднократно испытываем какие-то разные эмоции, связанные с одной любовью, с другой любовью. И, конечно, даже если отношения заканчиваются, остается какой-то некий отпечаток на душе и в характере. И он достаточно ощутим. Та це, схоже, все одно не спиняло зірку у пошуках її єдиного. Нам нужен рядом сильный мужчина, который будет нашей поддержкой, опорой и другом будет. Это правда важно. Важно приходить домой и делиться с удовольствием, делиться своими какими-то событиями своего дня действительно с другом в первую очередь. Другом як для Іри, так і для її сина. Адже з 8-річним Артемом новий співачин-обранець, як твердять в оточенні Дубцової, вже знайомий. А це вже натяк на те, що любовна пригода набуває серйозного характеру. Та ще й не так давно солодка парочка вирішила усамітнитись у Парижі. Хто зна, можливо, із найромантичнішого міста у світі співачка вже повернеться у новому статусі. Бо ще минулого року їй пророкували грандіозну подію. Я в этом году выйду замуж. Это знают еще несколько экстрасенсов. И почему-то еще какие-то люди знают, только я об этом не знаю. Где он? Где тот, за кого я выйду замуж в этом году? Покажите, может быть, он где-то здесь? Можливо, Іра вже поруч. Щоправда, трохи бентежить, що роман цих двох дивним чином вибухнув саме напередодні презентації кліпу. Тож щирі їхні почуття чи лише екранні, скоро пересвідчимося. Я считаю, что получился потрясающий проект. Ирка молодец, и я ей желаю успехов. Ирочка, дорогая, поздравляю тебя. Будь счастлива, любима, расцветай, радуй нас. А главное, наслаждайся жизнью и ощущением полета.